Смотрите сюда. Значит, вот за забором слева это мое. Вон, видите, абрикосы. В самом верхнем левом углу. Это мои абрикосы. Посадка была сделана однолетками в 2015 году. Это перенесенное, так? И вот в 2020 году вот они такие. Вот. Теперь в 2015 году вот эти были посажены. Это сертолинские из косточек. Видели, да? Сейчас будем сравнивать. На это соседский участок. Прямо вот тут, вот тут. Вот. Посадки того же 2015 года. Ну, сравнили. Вы скажете, ну, тоже ничего. За 5 лет, да, или за 6. Ну, а теперь видите, вот там вдали, это называется крыша. Вот она, белая, да. И чтобы не подумали, что я что-нибудь халтырю с другого места. Вот смотрите, на следующем снимке, внимание, видите эту крышу? Вон она, глядите, вот она. Зато вы видите так, как было, вот я взял вот через забор туда. Вот представьте себе, что я вот тут снимаю. Вот тут стою и вот тут снимаю. И что я вижу? Вижу нормальные абрикосы. Вот если вы видите вот это вот, это опять уже мои те самые сеянцы. И тут они тут. Вот. А 5 было лишних, я их росли метры друг от друга, пришлось выкопать. Через забор передал соседу, перед этим сильнейшую обрезку. Он посадил 2016 года, однолетними. В 2020 году они уже были такие. Я же ничего не напутал, вот вам летит крыша, видите? Ой, не туда их поехал. Вот, видите, вон она, крыша, все, путем. Вот, и сравните теперь. Вот нахрена он деньги выбросил. Дата 2020 год, 5-6 лет, вот они такие. Они не могут не расти, потому что если вот эти, то я отрезал половину кроны. Остатки прижились. Мне еще там будет спор. Со мной не все согласились, что крону надо отрезать. Это чисто психологически. Люди пытаются привести все доводы в пользу не отрезать крону. А у меня результаты вот они. Пусть они в 3 раза меньше моих. Пересадка привела к этому. Жестокая. Вот. Будем заниматься сами, будем. Теперь вот это вот посадка яблони, это опять интернет. Вот она, яма 78, 60 на 70, да? Вот, я, стенка, лунка, крутые стенки, форма вазона, т-т-т. Я знаете из-за чего? Мне вот это вот коробит. На яму наполовину засыпаем перегной. Вот этот идиотизм, когда человек не знает, что перегной рознь. Что он просто угробит деревья. Нет, он не угробит. Он просто взял и в очередной раз передрал опять, потому что это все из этих самых, с интернета. Слово, 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 слово. Если взять вот так вот, примеряем, сами слойки вот так вот взять, копировать, и вы сразу найдете еще таких сотни. Вот это вот, еще раз, никогда в яме не должно быть ни перегноя, ни минеральных удобрений, ни органических удобрений. Ничего в яме, ничего. Чистая земля, которой гнилостные процессы закончились 1000 лет назад. Уже было немного, несколько человек писало, беру дерн, снимаю, выбираю землю из-под дерна чистую, и ее использую для того, чтобы закопать саженец.